18 июня 1778 года Екатериной Великой был подписан указ об основании крепости и верфи. И уже 19 октября 1778 года были заложены крепость, верфь и город, получивший название Херсон в честь древнегреческой колонии Херсонес. Основателем города был Григорий Александрович Потемкин, фаворит императрицы Екатерины II. В 1779 году были забиты первые сваи будущего порта. В мае 1780 года Потемкин прибыл в Херсон и привез с собой немалые средства на строительство и благоустройство города. Он вызвал из России 2000 мастеров, столяров, кузнецов, каменщиков для корабельного и городского строительства. Перевел из своей 4-й дивизии 10 пехотных полков в Херсон для строительства крепости и поселения в городе. С основания города и до конца своей жизни Потемкин регулярно бывал в Херсоне, тщательно следил за его развитием. В Херсоне работали талантливые инженеры, архитекторы из Петербурга, Москвы, Франции, Голландии и Германии. В Потемкине было все необыкновенным. Возвышение и могущество, военные победы и праздники, смерть и погребение. Одни видели в нем только возмутительные пороки, другие признавали его большие таланты и заслуги перед государством. А он был сыном своего времени и в высшей степени обладал всеми достоинствами и недостатками своей эпохи. 5 октября 1791 года уже тяжелобольной Потемкин умер по пути из Яс в Николаев. По указу Екатерины II гроб с прахом князя был перевезен в Херсон и захоронен в склепе Екатерининского собора. В конце 1836 года, только через 45 лет после погребения Потемкина в Екатерининском соборе, в Херсоне был установлен памятник этому великому человеку. После революции 1917 года памятник Потемкину был закрыт брезентом, из-за чего в народе получил прозвище «Херсонский призрак». А 27 апреля 2021 года памятник был снят с постамента и перенесен во двор Херсонского историко-археологического музея. В начале же 1944 года он исчез вместе с отступающими немецко-фашистскими войсками. И только в 2003 году, к празднованию 225-летия города, памятник был восстановлен скульптором Юриком Степаняном. Федор Федорович Ушаков. Русский флотоводец, адмирал, участник русско-турецких войн. В июне 1783 года в чине капитана второго ранга Федор Федорович был направлен из Петербурга в Херсон во главе команды из 700 матросов Балтийского флота и около 3000 мастеровых для строительства военных кораблей. За успешные действия по ликвидации эпидемии чумы в Херсоне получил чин капитана первого ранга и был награжден орденом. В 1947 году Говардовская улица была переименована в проспект Ушакова. Такое название проспект носит и до этих пор. Спустя 10 лет напротив судомеханического техникума, проспект Ушакова 20, был открыт памятник адмиралу. Проходят года и десятилетия, а он стоит на пьедестале, как символ морехода всех эпох, символ Херсона, встречая новых курсантов и провожая в путь уже отучившихся,
глядя вдаль, в одной руке держа треух, в другой подзорную трубу. А стоит памятник Федору Ушакову напротив Херсонского городского совета. Я бы сказала, очень даже символично, заглядывая в окна нерадивым чиновникам и говоря: «Эй, вы там, а вы не забыли?» После праведной кончины Федора Ушакова прошло почти 2 столетия. Его подвижническая, высокодуховная жизнь не были забыты. В годы Великой Отечественной войны его имя наряду с именами святых благоверных князей-воинов Александра Невского и Дмитрия Донского вдохновляло защитников Родины. Высшей наградой для воинов-моряков стал орден адмирала Ушакова. В 2001 году Русской Православной Церковью Федор Федорович Ушаков причислен к лику святых, как праведный воин. В 2000 году в Херсоне началось строительство церкви имени святого Федора Ушакова, и закончилось оно 20 декабря 2002 года. Находится оно на улице Лютеранской, раньше эта улица называлась улица Кирова. Церковь является частью мемориального комплекса на честь работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. В 1950 году Ленинградский музей Суворова подарил городу Херсону бронзовый бюст военачальника. Это работа русского скульптора Николая Рукавишникова, выполненная еще в 1904 году. Суворов изображен в мундире с погонами и лентой через плечо. Бюст работы Рукавишникова выполнен по посмертной маске и является одним из лучших и точных портретов полководца. Сегодня памятник возглавляет архитектурный ансамбль улицы Суворова. Суворов Александр Васильевич, русский полководец, генералиссимус, в 1785-м в 1787 годах командовал Кременчугской дивизией, входившей в состав Екатеринославской армии. Суворову была поручена оборона Херсона в период Второй русско-турецкой войны. В августе 1787 года Суворов прибыл в Херсон, а в октябре 1787 у Кенбурна под его командованием был отбит турецкий десант. Под наблюдением Суворова в Херсоне осуществлялось строительство оборонительных укреплений. В 1792 году был начальником войск Екатеринославской губернии. Штаб-квартира Суворова находилась тоже в Херсоне. Сейчас это дом по адресу Суворова 1А. Дом этот занял Александр Суворов в январе 1793 года. И прожил он в нем до мая 1794, всего 1,5 года. После его отъезда здание претерпело перепланировку. Левый флигель был отдан уездным присутственным местам, а в правом разместилась типография. Но все херсонцы называют этот дом
домом Суворова, хотя с тех пор у него было очень много владельцев, и дом изменялся, перепланировался. Находится он сейчас в состоянии не очень хорошем, но все-таки мы надеемся, что этот дом, который помнит еще Суворова, будет все-таки когда-нибудь реставрирован. Рядом с домом Суворова на той же Суворовской улице установлен барельеф херсонского скульптора Белокура. Называется он «Солдаты Суворова в бою». Памятник первым корабелам – самый узнаваемый символ Херсона, который с 1972 года украшает городскую набережную. Памятник построен в виде трехмачтового парусника. Высота его достигает 15 метров. Проект для памятника был разработан скульпторами Белокур, Потребенко и Шкуропад и архитекторами Тарасовым и Секало. В нижней части постамента с его боковой стороны рельефное изображение мастеров, солдат и офицеров во время строительства кораблей в конце 18 века. На другой стороне постамента плита с рельефным изображением современных работников и инженеров, херсонских судостроителей. На лицевой стороне внизу постамента начертана запись «Здесь в 1783 году построен первый 66-пушечный линейный корабль Черноморского флота. Слава Екатерины!» На тыльной стороне выбита надпись «Вместе к всему удобному, назначивая онное по соображению выгод морских и сухопутных, построить крепость и соорудить верфь. Место сие повелеваем наименовать Херсоном. Санкт-Петербург, 1778 год. Памятник увековечивает историческое место, колыбель Черноморского флота и его первых судостроителей. Оригинальный по смыслу и композиции, памятник органично сочетается с современной набережной и кораблями Херсона.